сейчас простите, Стрэдж Ван, как бы вы ему описали наш российский шоу-бизнес? А я бы его обрадовал, потому что эту куртку я отнял у Кенни Уэста. Ему было, наверное, приятно. Еще? Смотрим. Ксения Собчак с нами. Значит, мир надежный в этих. Сегодняшнее мероприятие называется BRICS and Neptune. Это коллаборация между самой инновационной компанией в мире в области строительства объектов на воде Neptune или Нептун, если говорить по-русски, друзья. Но Нептун плохого не построит, согласитесь. Уникальный проект. Это Нептун, первый плавающий дом на воде, и от этого проекта они перейдут к проекту первого плавающего отеля на воде. Это будет первый в мире плавающий отель, который из Дубая может поплыть в любую точку мира. Поэтому это поистине уникальный проект. Еще раз повторю, никто никогда в мире этого не делал. Это первый проект in the world. Big international, exactly.